Псалом 38, начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня».